Обращаемся к репутационной комиссии, уважаемые товарищи. Были ли какие правки по вопросам повестки? Да, по первому постановлению. Уважаемые товарищи, по первому вопросу поступила одна правка. Изменить постановление следующим образом. В первом предложении получается так: в целях преодоления подчинения профсоюзных организаций работодателям, стремящимся к образованию карманных профсоюзов, Российский комитет рабочих в инициативном порядке рекомендует в инициативном порядке создавать профорганизации рабочие секции, а также городские объединения рабочих, берущие в свои руки составление и продвижение прогрессивных проектов коллективных договоров, организацию коллективных трудовых споров за улучшение условий труда и оплаты работников. Вот такая правка была предложена, но вот по мнению редакционной комиссии, городские объединения рабочих, вообще говоря, не занимаются, они не могут открывать трудовые споры. Это именно должны делать рабочие секции в профорганизациях, сами профорганизации. Поэтому тут кто эту правку ввел? Товарищ Кудрявцев, вы хотите в защиту своей правки выступить? Мы все время ставим вопрос о координации действий различных профсоюзных организаций для улучшения координации. Есть необходимость, так сказать, создавать городские объединения рабочих. Вот мы начинали с чего вообще? Мы начинали с создания Советов рабочих города. Почему не вернуться к этой практике? Я думаю, что они в то время, так сказать, свою задачу выполнили, вернее, не выполнили, но были неэффективными, поэтому мы от этого ушли. Сейчас надо к этому возвращаться. Значит, почему такое предложение? Потому что вот товарищи уже сказали, что они со всего города, с электростали, собирает людей в библиотеках там и так далее. Это первый шаг к объединению, который надо развивать. Это один момент. И другой момент. Значит, не буду я облокачиваться на Михаила Васильевича. Вот это главное, что вот прозвучало здесь, что есть необходимость и возможность, так сказать, и пропаганды, и взаимодействия через городскую организацию. Именно поэтому. Разрешите, я два слова добавлю. Товарищи, значит, здесь вопрос ведь не стоит в том, что мы не хотим создавать городские объединения рабочих все-таки. А тема вопроса, который мы здесь рассматриваем, и тема постановление, она относится именно к созданию рабочих секций профорганизаций. То есть это достаточно узкий вопрос, который здесь ставится. Каким образом рабочие секции, именно рабочие секции в профорганизациях, связаны с городскими объединениями рабочих, тут достаточно сложно из этого постановления понять. То есть эти городские объединения рабочих всплывают здесь, ну, на ровном месте, непонятно откуда. Поэтому я бы вот не рекомендовал к принятию данную правку все-таки, мне так кажется. Но голосовать, конечно, рабочим. Вон у нас еще товарищи хотят выступить. Пожалуйста. Да. Есть предложение от оставшихся членов редакционного комитета. Как сформулировать предложение товарища Кудрявцева для того, чтобы все-таки его сохранить в постановлении, но вместе с тем не нарушить смысл, так сказать, основной части постановление. Предлагаем добавить в конце следующее предложение. После задачи коллективных действий написать следующее предложение. Для координации деятельности рабочих секций профорганизаций целесообразно создавать городские объединения рабочих. Принимаю. Мы не нарушим, так сказать, целостность текста, что рабочие секции берут составление и продвижение коллективных договоров, но вместе с тем подчеркиваем, что в объединении им будет делать это легче и эффективнее. В первоначальном варианте этой поправки примерно так и было. Хотите еще? Нет, я хочу аргументировать. Можно, да?
чтобы вот Кирилл Валерьевич очень правильно придерживается того, что надо, чтобы в русле шло это дело. И я хочу, товарищи, подчеркнуть, что вот предлагаемая поправка, она не искусственно пришита. А вот представь себе, значит, вот есть рабочий на этом предприятии, есть рабочий на этом предприятии, который вот хочет это дело изменить и не знает даже особенно как начинающие они мало чего знают. Вот они приходят в это объединение, а там люди, так сказать, уже что-то сделавшие, да, потому что кто будет инициатором объединения рабочих? Ну, уже существующие или профсоюзные организации, или существующая секция. Как бы она ни называлась, инициативный комитет рабочих у нас, всяко может так называться. И вот они приходят и говорят, что же делать? И вот тогда говорит, ну, а вот, ребята, вы в одиночку. И все это нам рассказывают, вот смотри выше. Надо, значит, провести работу, объединить вокруг себя. И когда дело будет, получит должный масштаб, ну, тогда решайте. Может, вы этот профсоюз переделаете, а надо, так создадите новую профсоюзную организацию на базе этой мощной секции профсоюза. То есть это просто отражает вот этот пункт. Вот то, как на самом деле будут создаваться секции на других предприятиях, где их сегодня нет. Поэтому очень по смыслу важна эта добавка. Я за нее тоже выступаю. Спасибо. Значит, Леонидович, вы тогда при условии этой добавки вы свою снимаете? Это одно и то же, конечно. Еще раз, про текст мы говорим, как формальный текст. Вы вот свою добавку снимаете, если мы последнее добавляем? Да, я свою снимаю. Хорошо. Значит, дорогие товарищи, тогда есть предложение голосовать за следующую поправку. Последним предложением в постановлении добавить. Для координации деятельности рабочих секций профорганизаций целесообразно создавать городские объединения рабочих. Прошу ставить на голосование. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержавшись, единогласно. Все, по первому вопросу, больше правок нет. Спасибо. Вопрос? По первому вопросу. Старцева Ксения, Московский институт. Ну, проголосовали за правку. Да. Я хочу предложить еще правку. Я не очень понимаю, для чего добавлено сложноподчиненное предложение стремящихся к созданию карманных профсоюзов. Ведь то, что профсоюз карманный, вытекает уже из того, что мы стремимся создавать профсоюзы независимые от работодателя. Это сложноподчиненное предложение ничего не добавляет данному постановлению, а то, что не добавляет силы, то ослабляет. Вот. Ну, то есть растягивает текст, и, может быть, кто-то знает, для чего именно это предложение тут есть, сложноподчиненное. Если кто-то знает, то я бы согласилась, если бы были аргументы его оставить. Спасибо. Ну, то есть предложение убрать вот это сложноподчиненное предложение. Вот. Ну, просто первое предложение, я так понимаю, из редакции вычеркнули, да? И дополнение. Цель преодоления подчинения оставить. Дорогие товарищи, я думаю, что здесь вот все-таки есть соотношение всеобщего и единичного. Вот преодоление подчинения всяких профсоюзных организаций, значит, работодатель пытается подчинить всякие профсоюзные организации, то есть здесь всеобщее такое. А при этом стремится образовать именно конкретные карманные профсоюзы. То есть, когда говорится подчинение профсоюзных организаций и карманные профсоюзы, это про соотношение вот этих вот категорий здесь и понятия. Оно... Ну, хорошо, отлично. Так, а я не вижу, что здесь усложняется и что, в чем проблема. Ну, вот, я не знаю. Я не вижу... Чтобы не раздувать объем. Я бы не видел необходимости убирать это предложение. Оно является уточнением, как бы. Оно не знаю, стремящимся поменять. Уточнение не бывает. Нет, именно работодатели, стремятся работодатели. Работодателям, стремящимся. Кому? Работодателям, стремящимся. Именно работодатели стремятся. И было бы работодателей, стремящихся, а работодателям, стремящимся. Все правильно. Ну, я прошу ставить это на голосование. Ну, вот, революционная комиссия выступает против, думаю, данной поправки.
Да, была предложена правка старцу и Ксении. Предлагается тогда ставить этот вопрос на голосование. Кто за правку? Прошу голосовать. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь против. Остальные выдержались, да? Раз, два, три, четыре, пять. Извините, Ксения. Уважаемые товарищи, с учетом принятой правки предлагается постановление Российского комитета рабочих о создании рабочих секций профорганизаций в целях преодоления подчинения профсоюзных организаций работодателям, стремящимся к образованию карманных профсоюзов. Российский комитет рабочих рекомендует в инициативном порядке создавать в профорганизациях рабочие секции, берущие в свои руки составление и продвижение прогрессивных проектов коллективных договоров, организацию коллективных трудовых споров за улучшение условий труда и оплаты работников. В этой работе надо руководствоваться программой Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Для координации деятельности рабочих секций профорганизаций целесообразно создавать городские объединения рабочих. Предлагается данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать, кто за, против, воздержавшиеся, единогласно. Уважаемые товарищи, приступаем к обсуждению правок второго вопроса. Редакционная комиссия по второму вопросу правки поступали. По второму вопросу поступили следующие правки. Второй абзац, пункт номер один. Размножить проект и выжимку из него на одну страницу и распространить их в подразделениях. Предлагается убрать из него на одну страницу, чтобы не ограничивать, так сказать, творчество. Автор поправки, правда, не указал себя. Аноним. Владимир Михайлович. То есть в скорректированном виде предложение будет звучать так: размножить проект и выжимку из него и распространить их в подразделениях. Почему? Чем меньше, тем... можно. Если добавить картинку, можно полторы страницы. Можно. Очень популярный формат сейчас. Картинка и подпись. Конечно. Но это рекомендация. Это же не значит, что надо обязательно делать на одну страницу. Но мы рекомендуем ограничиться одной страницей, потому что читать будет легче. На одну страницу. Но никак вот не в такой форме. Желательно нормально. Все равно кто будет писать, не будет ограничивать. Хотят сделать больше. Просто здесь подчеркнуто, ну, конкретизировано, что имеется в виду под выжимкой. Предел. Что выжимку можно трактовать по-разному. Просто имеется в виду формат А4 же одна страница. Ну, конечно. Ну, да. А можно это делать в брошюрке в какой-то? Нет, здесь... Ну, там речь идет об основных каких-то положениях, а их, как правило, это будет там... Зачем? Скорее всего, вот эта выжимка, она вся целиком попадет в протокол разногласий и будет служить предметом для открытия коллективного спора, потому что наиболее выгодные для предложения в коллективный договор для работников, они автоматически будут отвергнуты работодателем. Поэтому выжимку уже надо составлять именно с таким прицелом. То, за что в дальнейшем придется бороться. Я думаю, что больше одной страницы вряд ли там на первом этапе можно будет туда занести. Да, Владимир. Значит, что значит выжимка? И для чего она вообще делается? Выжимка делается для того, чтобы коллектив еще раз проработал базовые позиции, так сказать, за которые ему придется бороться. Это один момент. И другой момент. Надо людям объяснить. Все равно, вот хотите вы, не хотите, но объяснять людям,
Вообще, что такое коллективный договор? Это тоже очень важный момент. Поэтому выжимка может быть от степени, в зависимости от степени готовности коллектива. И на 3 страницах, и на 12 строчках. И здесь оговаривать объем бессмысленно, я считаю, даже вредно. Это на решение тех, кто будет заниматься продвижением коллективного договора. Пропаганда этого нового коллективного договора в коллективе – это очень важный момент, где ограничивать ничего нельзя, на мой взгляд. Вот суть предложения в этом. Нет, я не все уважаемый товарищ, по этому вопросу тоже, с вашего позволения, выскажусь. Значит, эта формулировка как бы уже не первый раз звучит на Российском комитете рабочих. На мой взгляд, она была предложена для чего? Когда человек идет в коллектив и начинает работу с коллективным договором, надо понимать, что весь коллектив читать тот объем коллективного договора целиком вряд ли станет. Вот выжимка делается непосредственно для того, чтобы вот это вот краткое, как уже выше было сказано, краткое ее содержание именно знакомило людей с теми как бы основными вопросами, которые будут, за которые будет бороться коллектив. Предложена вот такая форма была Михаилом Васильевичем Поповым для того, чтобы как бы было краткое содержание именно этой выжимки, то есть она выражала основные мысли всего этого документа, поэтому как бы и была привязка такая, вот именно на одной странице формата А4 краткое изложение того коллективного договора, который будет продвигаться, ну, имеет форму уточнения, решать, конечно, опять же вам. Я предлагаю все-таки оставить как редакцию данного постановления так, как было в первоначальном виде. Спасибо. Еще кто-то, если по этому поводу хочет высказать, пожалуйста. Но это же рекомендация, не приказ же, правильно? А? Это же рекомендация, не приказ. То есть люди и так будут и руководствоваться, как считают нужным. Примерно. Ну, само собой. Тогда, значит, правку Владимира Михайловича Кудрявцева прошу голосовать, кто за правку. Двое за. Кто против? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемь, десять против. Кто воздержался? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Правка отклонена. Следующая правка, поправка. В следующем предложении выжимку обязательно включить требования: а) прироста заработной платы, превышающего уровень инфляции, добавить не менее чем на 10%. Поправка от консультанта Российского комитета рабочих Мазура Олега Анатольевича. И он приводит обоснование: зарплата ниже реального содержания и в 3-5 раз меньше денежного выражения стоимости рабочей силы. Если увеличивать заработную плату на 10% в год, то за 12 лет реальная зарплата вырастет 3 раза. Правильное правило. За 10 лет, да. Уважаемый товарищ, я хочу выступить в поддержку внесения данной правки. И вот почему. Вот расчеты Олега Анатольевича, это очень важно. А еще очень важно следующее. Вот это требование будет как приниматься? Мы прекрасно понимаем, так, в результате забастовочной борьбы. А за что надо выставать? Это какие? За мелкие надо задачи выставать или за крупные? За крупные. А если за мелкие выставать, ну какая разница? 5, значит, индексации плюс 2%. Все же повышение реальной заработной платы. Мы имеем печальный опыт. Вот забастовки за мелкие требования. Это было как раз в бытность секретарем подового комитета Моисеенко. Печально известно, когда, значит, он развернул большие действия коллективные
за вот какой-то ничтожно малый прирост реальной заработной платы администрация пошла навстречу и сама это провела. И, в общем, все эти действия, даже, они, по-моему, не успели завернуть. То есть, это получилось деморализация. То есть, мы тут, так а что, говорит, вы кипятитесь? Мы сами спокойно вам дали, чего-то собирали все эти силы. Если бы они выставили не вот это ничтожное требование, маленькое, а вот то, о чем говорит Олег Анатольевич, что плюс 20%, ну, так администрация сама бы на это не пошла. И тогда работники бы, вот, все, что они собирали свои силы, все бы имело смысл и принесло бы, так сказать, необходимый результат. Поэтому надо еще думать, за какие требования поднимутся. За ничтожно малые. Стоит ли такую армию собирать, чтобы потом получить такой деморализующий эффект. Деморализующий эффект. Вот я хотел сказать еще один довод в пользу этой правки. Вопрос можно? Борис Ильич, может быть, следует уточнить проценты от уровня инфляции или от заработной платы? Потому что если мы сейчас не уточним, возникнет двойное понимание. Но прирост заработной платы, а не прирост инфляции. Да. Нет, ну там пишут. Прирост заработной платы не менее чем на 10%. Инфляция. То есть 10% плюс уровень инфляции. У нас как нет, тут никаких разночтений нет. Платы, превышающего уровень инфляции не менее чем на 10%. Превышающего уровень инфляции не менее чем на 10%. Мы от уровня инфляции 10% сейчас считаем. Нет. Мы считаем от уровня инфляции сейчас написано. А инфляция у нас 3%, но будет 3,3, это вообще такой мизер что-то. К чему? Нет, тогда был... Нет, уровень инфляции 3 плюс 10. Тогда надо написать так. Прироста заработной платы на 10% плюс уровень инфляции. Вот это. Не, уровень инфляции нужно написать реальные заработные. Там как написано? Лучше наоборот плюс 10%. Надо написать от зарплаты плюс 10%, ну, 10% повышения плюс уровень инфляции. Ну это так как у нас на четвертом постановлении написано. Тогда понятно, что проценты мы от зарплаты считаем, и зарплата растет на 10% плюс инфляция. И никаких двойных толкований, а то. Я думаю, что нет. Вот, если бы вы не сказали, ни у кого бы двойных толкований не возникло по этому вопросу. Не знаю. У нас он в Владивостоке. Сколько выбили ребята повышения? Боролись. Выбили 2,5%. Вот всем заварен, Тюмень. Вот выжимка и профсоюза металлурги Тюмени и у профсоюза движения также есть вот третий пункт. Что повышение реального содержания заработной платы, компенсация инфляции плюс 20% роста сверхиндексации ежегодно. В самих проектах коллективных договоров прописано, что именно на 20% пунктов. Если будет просто на 20 или там 10%, то вот как Максим Владимирович сказал, да, это будет именно от инфляции. То есть инфляция там 3%, да, будет. 3,3-3,6. Вот. 20% мы почему поставили? Меня Константин Васильевич Федотов за это критиковал. Вот. Но тут с учетом надо понимать, что работодатель будет торговаться. Если поставить 10%, сторгуете ну, на 5, на 3, там, я не знаю. Вот. То есть, на 3. С 20 на 3 как-то. Нет, если 10. Если 10, то на 5-3 там сколько, да, если 20. Ну и как сказал Александр Владимирович, да, вести людей за копейку, да, тоже как-то нецелесообразно. Но вот именно должно быть, мне кажется, что как вот здесь, именно 10 или 20% роста сверх индекса. Сверхиндексации ежегодно. Спасибо. Еще кто такие? Если вы считаете, что с математической точки зрения неправильно записано, можно написать превышающую индексацию. Я, в целом-то я за, конечно, поправку. Уважаемый товарищ, я пытался понять, чем значит, вот свое замечание Максима Владимировича, оно очень тонкое. Да, мы различаем процентные пункты. И проценты. И, конечно, если сказать, брать проценты от сколько там и 10, что ли, от инфляции в 3%, значит, на этот уровень, то получится какая-то 0,3% прирост денежных зарплат. Если вот строго по смыслу. Но, товарищи, вот я вам хочу сказать, что даже наши, так сказать,
преподаватели и ученые, которые должны бы знать между, разницу между приростом в процентах и процентных пунктах. Они вот когда говорят плюс 10, имею в виду эти процентные пункты. И, Максим Владимирович, я думаю, что давайте вот оставим так, как люди понимают. Вот люди так и поймут, что это 10% сверхинфляция, зарплата. От, берем 10% от суммы зарплаты, а не от суммы прироста цены в результате инфляции. Вот так и понимают. Вот если мы сейчас напишем процентные пункты, ну тогда вас нас скорее не поймут. Я не говорю написать процентные пункты, я говорю тогда, зарплату я написать. Говорил, Александр Владимирович, я говорю про процентные пункты. Это прописано в самих проектах. А в выжимке, да, написано 20% роста сверх индексации. И кто-то не понимает этого, что это от зарплаты 20%. Вот от этой суммы основной, а нет уровня инфляции. Вот я зачитаю еще раз. По-моему, все так и понимают. Повышение реального содержания заработной платы, компенсация инфляции плюс 20%. Ну давайте проиллюстрируем, чтобы так и вы все понимаете. Зарплата 10 тысяч, ну условно говоря, да? Инфляция 3%, значит, тогда индексация это будет 10 тысяч, сколько, 30? И плюс 20%, вот не от этого, конечно, да, а вот от этого, тогда плюс будет 2 тысячи. Итого, на 1300, вот так вот, да, мы понимаем? Да, да. Ну, все тогда, все тогда, да? Если мы так понимаем, надо так и оставить. Нет, самое главное, чтобы люди, когда пишут проекты, они это учитывали. Вот еще. Да учитывали. А-а-а. То есть вы хотите сказать, что работодатель привяжется к тому и будет это трактовать как процентные пункты? Лучше предостеречься. А он привяжется. Может, и повысит на эти 3 копейки, скажет, а я все сделал, как написано. Да мы вообще пишем. Проекте надо правильно написать, а в выжимке-то можно заработать. Но очень большая. Чтобы люди понимали. Большой риск, что в проекте будет написано, как мы сейчас рекомендуем просто. Я думаю, пока мы давайте напишем, как для рабочих, а потом переговоров. Нет, в проекте же у большинства написано сверх индекса инфляции. Это уже подразумевает то, что это рост заработной, самой заработной платы, а не рост 1% инфляции. Я вам так и скажу, это будет на 20% сверх индекса инфляции. Вот эти 3%, которые вот он даст, 0,3%. Впереди-то будет... стоит вопрос об увеличении заработной платы. Хорошо, она увеличится. Давайте так, а если не менее чем на 20% от уровня заработной платы. Да. Вот. Давайте напишем просто, не, только 10 как-то неправильно, не звучит. От уровня индексации... заработной платы сверху 50. А индексацию убрать вообще? Не менее чем на 20% от уровня заработной платы. Помимо сверху. Вот прям в последний, да. Ежегодно надо же, чтобы это... Ежегодно, конечно, она будет связана. А с инфляцией что? А так оставить. Оставляем. Прирост заработной платы, превышающий уровень инфляции, не менее чем на 20% от уровня заработной платы. Да, да. То же самое. Рабочие просят. Если выжили такую выжимку, что ж теперь? Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, вот как она в последней редакции звучала, прошу голосовать. Товарищи, можно еще раз ее зачитать? Пожалуйста. А я хотел высказать, что вот здесь же не указано, что ежегодное повышение. Вот надо вставить слово ежегодное. Ежегодное обязательно надо. Поддерживаем, да, точно. Это уже вторая правка, да? Это перед словом прироста, да? Надо сформулировать, наверное. Надо целиком сформулировать. Ежегодного. Прироста ежегодной заработной платы превышающей. Ежегодный прирост. Ежегодного прироста заработной платы, превышающего уровень инфляции, не менее чем на 20% от уровня заработной платы. Так? Да. Итак, в выжимку обязательно включить требования ежегодного прироста заработной платы, превышающего уровень инфляции, не менее чем на 20% от уровня заработной платы. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто против, воздержавшихся, нет.
единогласно. Денис Борисович, ты читаешь тогда проект постановления для принятия? А все, кончились правки? Нет, еще кончились. Ага. Еще есть две правки от Владимира Михайловича Кудрявцева. Он предлагает исключить пункты 5 и 6. Исключить? Да. То есть проект постановление завершить следующей фразой. В случае отказа работодателя от принятия проекта работников провести собрание в подразделении и сбор подписей за требование к работодателю принять проект работников, получив поддержку большинства коллектива. Это очевидно. Все. Все, на этом закончим. Просто убрать 5-6 пункт. Я правильно понял вашу поправку или нет? В общем-то, да. Или вы какие-то предложения ставите? Потому что здесь перечеркнуто, но... Начнем с того, что, на мой взгляд, это постановление вообще очень слабое. Вот. И оно сведено к чему по факту? Сведено к тому, что цитируется Трудовой кодекс. И вот человек взял, прочитал и пришел к выводу, что надо делать? Надо собирать подписи. Понимаете, мы людей агитируем за то, чтобы они вели наступательное действие. Наступали. Не собирали подписи, а действовали. Что значит собрать подписи раз, собрать подписи два, собрать подписи три? Вы что, ребята? Вы представляете, что это такое? Это деморализация коллектива. Это вот недостаток опыта ведения коллективных трудовых споров и подготовки и проведения забастовок. Здесь должно быть, на мой взгляд, четко, жестко. Создали, поддержку оформили, вперед. Уже наступаем на администрацию. Говорим так, давайте собираем комиссию, начинаем работать. Если и в это же время, вот параллельно, идет работа по подготовке коллектива коллективным действиям. Обязательно. Вот первое собрание, первый раз подтверждение получили, уже люди должны быть готовы к тому, чтобы вести коллективные действия за свой коллективный договор. Формирование комиссии – это чисто технические вопросы, так сказать, протокольные. Не вижу я смысла здесь их повторять. О том, что освободить людей, так сказать, которые будут вести эти переговоры на 3 месяца на среднюю зарплату, нет возражений, это надо оставить. А все остальное, еще раз собирать подписи под требованиями, значит, забастовочными. Сказано, главным забастовочным требованием выдвигается текст коллективного договора предложенный, который отвергнут. Все. На этом останавливаемся. Мы выдвинули, а дальше уже организация идет по Трудовому кодексу. Я вообще против того, чтобы ссылаться на Трудовой кодекс в наших постановлениях и в коллективных договорах. Вот надо это делать. Почему? Потому что трудовое законодательство кувыркает, как хотят, меняют только так. Вот. И поэтому ссылка на пункт, который завтра будет отсутствовать, он уже теряет смысл. Вот. Значит, записали без ссылки. Что угодно они пусть там делают. У нас это записано. С той стороны. У нас это записано, это у нас действует. И действует до тех пор, пока мы не снимем. Вот, что важно. Ну, а остальное решайте сами. Вот. Товарищ, я хотел бы сказать по поводу предложенных правок. Но все, что здесь написано, это требование российского законодательства. Мы не можем за один раз собрать,
коллектива подписи и доверенности за начало коллективных переговоров, за начало трудового спора и за начало забастовки. То, о чем я говорил в своей лекции, в своем докладе на конференции, это три отдельные процедуры, на которые требуется отдельное согласие работников. Поэтому здесь так и изложено, собственно говоря. Ничего тут, так сказать, экстраординарного нет. Это законодательство с 2002 года никто не менял. И я вас уверяю, что пока не будет активного наступления всех профсоюзов по всем фронтам на вот это требование, оно не изменится. И нам придется ходить и собирать эти подписи. Ничего не сделаешь. Что касается готовности коллектива, ну, как мы знаем, и Александр Владимирович очень хорошо в своем, так сказать, докладе это подчеркнул, что коллектив созревает тоже не сразу. Невозможно к людям прийти сразу и сказать: завтра мы идем на забастовку. Когда начинаются переговоры, мы говорим о том, что мы начинаем переговоры. Если вы придете и скажете, что мы готовы забастовать, все, ну, скажут, ты знаешь, что нам и так неплохо, в принципе. Скорее всего. Поэтому я предлагаю, и думаю, что редакционная комиссия меня поддержит, все-таки оставить эти два пункта, потому что они расшифровывают порядок действий профсоюзной организации при проведении трудового спора за заключение коллективного договора. Спасибо. Уважаемые товарищи, кто выскажется за поправку, против правки, свое мнение есть? Или ставим на голосование сразу? Всем уже все ясно? Давайте я попробую. Я в процессе работы сталкивался с тем, что даже агитируя людей в профсоюз, приходится объяснять, что мы не будем кидаться сейчас сразу на необдуманные действия. То есть необходимо объяснить порядок, грамотный порядок проведения, то есть нашего поведения в процессе коллективной борьбы людям. Если мы скажем, сейчас вот вы подписываетесь, даете нам доверенности на право представления, и мы сразу, вот прямо сейчас, завтра будем забастовку организовывать. То есть, это не очень, мне кажется, хороший момент. Поэтому вот в этот момент надо объяснять: ребята, сейчас мы сделаем вот это, потом по требованию законодательства я к вам еще раз приду, и мы уже будем решать, идем мы на забастовку. То есть, коллектив будет решать, идем мы на забастовку или не идем мы на забастовку. Если коллектив не решит, конечно, это будет тяжелый момент. Но если мы заранее вот так вот поспешим, первое, что ответит человек, не готовый к тому, что я приду и скажу: пошли на забастовку, он скажет: иди, молодец, я посмотрю. Вот, то есть я против, правда. Можно вопрос? Да. Без сбора этих подписей, Корчагин, Электросталь, без сбора этих подписей забастовка будет считаться незаконной. Вы просто нарушаете процедуру, конечно, спора. Вы же должны уведомить, во-первых, за 10 дней уведомить работодателя. Уведомляются государственного там, в начале забастовки. А что вы предъявите в качестве решения? Кто принял решение о забастовке? По трудовому законодательству решение принимает коллектив, а не профсоюз. Должно быть собрание больше половины коллектива, либо подписи, о чем здесь идет речь, за проведение забастовки. И больше половины от этих подписей, от собрания, значит, соответственно, должны проголосовать за. Лютов Евгений Борисович, слесарь, Ленинград. Я тоже против этой поправки, потому что вообще рабочие боятся, честно говоря, давать подписи. Вот попробуйте, походите по цехам. От всех подписей. Лучше их постепенно подготавливать. Сначала подпись на согласие к коллективным действиям, потом уже все остальное. Сразу за все так вот тоже не получится. Я согласен с товарищем Гордеевым. Уважаемый товарищ, предлагается ставить правку товарищу Кудрявцеву на голосование. Кто за то, чтобы из редакции проекта постановления убрать последние 5-й и 6-й пункт? Прошу голосовать, кто за, кто
Кто против? Кто воздержался? Раз, два, три. Три воздержать, четыре. Четыре воздержать. Не проходит. Есть необходимость зачитать? Больше нет прав. Больше прав. Все, тогда да. Зачитываем, да? Постановление Российского комитета рабочих о выдвижении требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора, составленного работником. Рабочий профсоюз, рабочая секция действующего профсоюза или инициативный комитет работников по заключению коллективного договора, чтобы получить большинство голосов за составленный работниками проект коллективного договора, должны проделать следующую работу. Размножить проект и выжимку из него на одну страницу и распространить их в подразделениях. В выжимку обязательно включить требования ежегодного прироста заработной платы, превышающего уровень инфляции не менее чем на 20% от уровня заработной платы. Сокращение рабочего дня. Улучшение условий труда и обеспечение безопасности труда. Второе. Провести в подразделениях собрания с обсуждением проекта и голосованием, составлением протоколов и сбор подписей за проект работника. Третье. Получив большинство за проект работников, предложить работодателю провести коллективные переговоры с освобождением направленных работников от работы на период до 3 месяцев согласно Трудовому кодексу Российской Федерации для переговоров о принятии подготовленного работниками проекта. Четвертое. В случае отказа работодателя от принятия проекта работников провести собрание в подразделениях и сбор подписей за требования к работодателю принять проект работников, получив поддержку большинства коллектива. Пятое. Письменно предложить работодателю принять проект работников с указанием, что в противном случае работники начинают коллективный трудовой спор и предлагают участников переговоров по коллективному трудовому спору с требованием освободить их от основной работы для коллективных переговоров с оплатой по среднему заработку на срок до 3 месяцев согласно ТК РФ. Шестое. В случае, если на переговорах работодатель откажется от принятия проекта работников, выставить проект как забастовочное требование, проведя собрание по подразделениям и сбор подписей за проведение бессрочной забастовки с требованием принять проект коллективного договора, разработанный работниками из-за утверждения состава забастовочного комитета. Нижний Новгород, 21 марта 2021 года. Уважаемые товарищи, есть предложение данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать. Кто за? Против? Не державшись? Единогласно. По третьему вопросу. По третьему вопросу правок не поступило. Уважаемые товарищи, по третьему вопросу правок не поступило, поэтому предлагается данный проект постановления принять в целом. Или есть смысл еще раз его зачитать? У кого? Редакционной комиссии. А, у тебя? Уважаемые товарищи, имеет смысл еще раз? Александр Ильич, правка есть? Нет, правки нет. Значит, уважаемые товарищи, хочу сообщить, что в редакционную комиссию правки по третьему постановлению не поступили. Возможно, отражает тот факт, что здесь вот такие вещи конкретные. Например, установление бактерицидных рециркуляторов. После этого, конечно, что трудно очень трудно добавить. Ты не пойдешь. Уважаемые товарищи, тогда перед принятием в целом зачитаем, чтобы. Постановление Российского комитета рабочих действий профсоюзных организаций по защите интересов работников в обстановке эпидемии коронавируса. Российский комитет рабочих отмечает, что обстановка эпидемии коронавируса подтвердила роль общественного производства, сферы труда рабочего класса как материальной основы жизни общества. В условиях эпидемии возросли риски для здоровья работников. Капиталисты стремятся переложить издержки кризисных явлений на трудящихся, что требует активизации борьбы профсоюзов за интересы рабочих. Российский комитет рабочих рекомендует рабочим, другим работникам, профсоюзным организациям добиваться от работодателей. Первое. Неукоснительная реализация установленных государством норм и правил профилактики коронавируса, включая обеспечение средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты.
в том числе бактерицидными рециркуляторами. Второе. Принятие дополнительных мер профилактики коронавируса. Сокращение рабочего дня без уменьшения заработной платы. Проведение тестирования на наличие коронавируса и антител к коронавирусу за счет работодателя. Реабилитация работников после перенесенного заболевания. Доставка работников на предприятие и домой ведомственным транспортом. Ну а да, заказными автобусами. Так, третье. Выплату удвоенной заработной платы за работу в смены в период, объявленный периодом самоизоляции или нерабочими днями. Четвертое. Выполнение действующего коллективного договора в полном объеме. Пятое. Включение в коллективный договор норм, предусматривающих дополнительные социальные гарантии работникам в ситуациях, подобных эпидемии коронавируса. Своими активными коллективными действиями рабочие, организованные в профсоюзы, способны обеспечить свои интересы в условиях эпидемии. Нижний Новгород, 21 марта 2020 года. Кто за то, чтобы принять данный проект постановления в целом, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержав? Единогласно. Ну и четвертый вопрос, товарищ. По четвертому вопросу есть две правки. Первая. Так, в области нормы оплаты труда предпоследний пункт. Поэтапное повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы, в скобках для квалифицированных рабочих в среднем 250 тысяч рублей в месяц, добавить рабочей силы и выше. То есть, поэтапное повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы и выше для квалифицированных рабочих в среднем 250 тысяч рублей в месяц. Вот таким образом. То есть добавить и выше. Уважаемые товарищи, предлагается голосовать за предложенную правку. Кто за, прошу голосовать. Кто против, воздержались, единогласно. И следующая правка вытекает из того, что мы приняли правку ко второму постановлению, касающееся повышения, ежегодного повышения заработной платы. Пункт в данном постановлении звучал так. Ежегодное повышение заработной платы на уровне инфляции плюс 5-10% в зависимости от повышения производительности труда. В связи с принятием поправок ко второму постановлению предлагается изложить этот пункт в следующей редакции. Ежегодное повышение заработной платы, превышающее уровень инфляции на 20% от уровня заработной платы. То есть продублировать это требование для того, чтобы постановления были у нас в одном ключе. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Против, воздержавшись, принято. Других правок не поступало. Да. Значит, по поводу подписанного. 250 тысяч квалифицированных рабочих. Значит, 250 тысяч сегодня – это 250 тысяч, а послезавтра – это уже 150 тысяч. Поэтому думаю, что целесообразно в эти же скобки добавить в ценах 2022 года. Ну, с одной стороны правильно, с другой стороны мы же не... Не всю оставшуюся жизнь превышаем, принимаем постановление. Ну там и выше, в принципе. Тоже. Есть привязка к стоимости рабочей силы, в принципе. Можно в биткоинах ожидать. 50-53 года будет не актуально. На всякий случай. Может быть, тогда вообще убрать эти 250 тысяч? Просто привязать. Да можно проголосовать? Все уже проголосовали за 250 тысяч. Уже проголосовали, чем правильно. Полгода зарплаты. Ну ты как еще одна правка. Дополнение, да, это дополнительная правка еще. Уважаемые товарищи, есть предложение рассмотреть дополнительную правку. Есть какие-то предложения еще? Мы будем рассматривать это. Что? Редакционная комиссия поддерживает правку.
Уважаемый товарищ, предлагается тогда проголосовать за правку товарища Кудрявцева и еще раз переголосовать, значит. Тогда надо еще раз этот момент... В ценах, да, ценах 2021 года. Уважаемые товарищи, прошу за предложенную правку товарища Кудрявцева голосовать. Кто за? Может быть, прочитать целиком? Нет? Ну, все поняли. Кто против? Воздержавшиеся. Кто-то воздержался? Да, я. Значит, уважаемый товарищ, с учетом этой правки предлагается данный проект постановления, то есть, принять в целом. Прошу голосовать. Зачитывать не будем? Да. Нет, сейчас зачитаю. Да. Нет времени. Постановление Российского комитета рабочих о включении в коллективный договор норм труда и оплаты, правил и норм охраны труда и техники безопасности, отвечающие интересам работников. Коллективный договор является прогрессивным, если он выражает коренные интересы работников. При формировании разделов коллективного договора Российский комитет рабочих рекомендует профсоюзным организациям руководствоваться программой Федерации профсоюзов России «Задачи коллективных действий». Первоочередными нормами для включения в КОЛ-договор являются в области нормы оплаты труда, сокращение продолжительности рабочего дня до 6 часов и введение 30-часовой рабочей недели без понижения заработной платы, пропорциональное снижение нормативов и увеличение тарифов при сдельной оплате труда, увеличение времени оплачиваемых отпусков с учетом трудового стажа, длительности работы на предприятии и производственных показателей, повышение оплаты сверхурочных работ, работы в выходные и праздничные дни, в ночное и вечернее время до уровня, когда такие работы будут экономически невыгодны для работодателя. Заключение трудовых договоров с указанием полной заработной платы, исключение устных договоренностей и серой зарплаты. Установление доли постоянной части зарплаты, тариф и связанные с ним выплаты на уровне не менее 80%. Поэтапное повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы и выше для квалифицированных рабочих в среднем 250 тысяч рублей в месяц в ценах 2021 года. Ежегодное повышение заработной платы, превышающее уровень инфляции на 20% от уровня заработной платы. В области условий охраны труда. Осуществление контроля со стороны профсоюзной организации за проведением СОУД на всех этапах, включая выбор организации, проводящей СОУД, согласование методики проведения СОУД, идентификацию вредных и опасных факторов, проведение исследований и замеров уровня вредных и опасных факторов на рабочих местах, установление класса опасности рабочих мест. Разработка и контроль со стороны профсоюзной организации за осуществлением плана мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУД. Установление льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда на уровне, стимулирующим работодателя к проведению мероприятий, направленных на улучшение условий труда. Обеспечение беспрепятственной работы общественных инспекторов охраны труда, наделение их правом остановки работ в случае выявления нарушений правил охраны труда и техники безопасности. Закрепление в коллективном договоре права работника на приостановку работы в случае несоблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности, в том числе прописанных в коллективном договоре. С целью заключения и осуществления прогрессивного коллективного договора коллективу предприятия необходимо готовить забастовку и при необходимости ее проводить. Все тогда? Все, спасибо, да. Уважаемые товарищи, приняли Принято 4 постановления Российского комитета рабочих от 21 марта 2021 года. Рекомендуем представителям трудовых коллективов, представителям профсоюзных организаций в своей трудовой практике использовать рекомендации Российского комитета рабочих для того, чтобы организовывать рабочие движения у себя на местах. Ну и, соответственно, делиться уже опытом по истечении проделанной работы. Как мы уже сказали, следующее заседание будет происходить у нас 6-7 ноября 2021 года.